Привет. Как тебя зовут, тут спрашивают. Пиши свое имя. Так, короче. Магические хроники некого Исекая из далекой страны RPG. Republic. Platform of Game. Что-то такое. Короче. Переиграл я немножко в Top Heroes. Очень понравилось. Поэтому решил скачать еще одну мобильную игрушку и посмотреть, что-нибудь похожее есть или нету. Так, ты издеешься? Мне очень понравилось Top Hero, кстати. Я прям уже, наверное, пару недель в нее играю. Ну, по чуть-чуть, конечно, но все-таки играю. Все? Все? Конфирм. Давай посмотрим, что здесь за маленькие человечки будут бегать. Mainline Battle. А, да тут немножко по-другому. Ну, возможно, тоже интересно. Сейчас заценим. Где мой нелюбимый автобой? Почему включить нельзя? Что за дела? Я не понял. Момент. Чост Шадоу. Призрачная тень. Вы мне этот дадите поиграть самому или так и будете? А вот и авто, пожалуйста. Ничего делать больше не нужно. Вот это я понимаю, игра. Долго не будем. Полчасика. Посмотрим, вырубим, оценим. Челлендж. А, еще можно и ускорить. Ну, как обычно. Тут тоже, конечно, анимешные головастики, но там бегать можно было, а тут почему-то нельзя. И это уже не то. И героев дают после каждого боя. Смотри, какой он головатый. Yes. Так, герой, выбираем. Апгрейд. Быстро одеться. Компания, опять битва. Да, вы прикалываетесь, короче. Весь ролик будет с обучения начат. И закончен, видимо, тоже. Класс. То бишь, играть я вообще не буду, да? Ну, понятно, что... А что-нибудь кроме этих битв тут происходит в игре? А, ну вот, кажись, меня отпустили в свободное плавание. Второй левел я уже. Здесь что? Где? Я видел, там горел какой-то вопросительный знак, значит, должно быть... Нет, ничего не должно быть. Это что? Ньюби, какой-то нубский подарочек есть. А где он? А, вон оно там. Да нет, тут нифига, это просто типа, что оно появилось новое, да, я понял. Подарков нету. Не дают. Вот жаден. Это задание, да? Ежедневки всякие, еженедельки. Тренировочное задание. Так, подожди, тренировочное, по-моему, не все забрал. Еще что есть? На почту что-то прилетело. А, ну, конечно, мы тебе дадим бабла. Ты только играй и донать нам. Здесь что? Быстро одеться. За то, что прочитал историю, соточку добавили. Отлично. Следующий. Следующий сказал заведующий. Ну, прям все награды собирать, конечно, тоже такое себе. А здесь что? А, тоже биографию. Тоже награда. Хорошо, что с героями? Тут так, подожди, одеть. Можно еще кому-нибудь что-нибудь? А, все, закончилось. Короче, закончилась одежда. Тут есть компания, чат. Так тут нет нифига. Вы чё, прикалываетесь?
А вот, мировая карта. Сад Эдена. Ну, ты знаешь, карта большая. Не маленькая. Хотя не сильно-то и большая. Ладно, хорошо, давай дальше. Все, только битва. Я ничего не могу больше сделать. Потом будет арена, тур, замок, та башня, Space Town Bounty. Я понял, кто такой идол. Идол это этот, автозадрот какой-то, вот что. Ну, бэтл. Не, головастики в Top Heroes интереснее, хочу я вам сказать. Здесь прям какое-то такое себе. На нас обиделся какой-то скелетон, походу. Челлендж босс. Какой-то челлендж босс. И что мне? Могу еще разок его? А, это уже другой походу. На 1.7 этап. А сам босс это вот этот ящер, который самый первый отгреб. Я босс первый отгребатель. А можно вообще не выходить, просто драться и все. Какой кайф, а не игра. Я уже прям наигрался. Сколько прошло? 5 минут? Круто прям. Ой, опять босс. Короче, боссов тут, я смотрю, хватает. Недостатков в боссах нет. А в чем смысл-то игры? Что делать-то, народ? Циферки увеличивать? Награда какая-то, ну хорошо. И опять битва. Что-то мне кажется, там все четыре босса вместе собрались на 10 левеле. Ну и, соответственно, отгребли, да? Нормально так. Когда новый... О! Добавился у нас, смотри, ты 240 левела, чувачила какая-то. Служанка, походу, судя по виду. Но она из нас самая крутая. С чемоданом, Мэри Поппинс, блин. Как она выдумывает, блин, жесть-то. Чемоданы, зонтики, конфеты, какие-то ленточки. И все у них оружие. Так, first step up. Так быстро начали предлагать донат. Ну, вы поспешили чуть-чуть. Надо бы чуть-чуть подождать, и все бы сразу согласились. Так, быстро одеться. А у тебя что еще горит? А, и тебе можно что-нибудь, да? Ну, давай тебе. Компания. Тут что? Это что такое? Ага, я понял. Тренировочный шлем. Шлем. Так, мы куда-нибудь продвинемся? 1.12. 5 босс. О, а где чувиха делась? Смотри, какой киса классный. С мешком и со щитом. Ну, быстро, прям быстро. Все происходит прям очень быстро. Все. В следующую локацию идем. Это мы уже перешли? Так быстро. А чё, тут что-то поменялось вообще? Я не успел заметить. Какое-то изменение произошло, не? Это героев вызывать можно будет. Карточки вон, я вижу, какие-то дают. Когда будем ролить героев? А? Где это вообще происходит? В какой штуке? Задание, так, пока не вижу. Пока не вижу. Галерея. Рекомендации.
О! Еще кроме вот этого Скайленда есть еще какой-то Main City. Тут тоже он куча всего появится. Ну, пока героев не добавляется. Хорошо. Продолжаем разговор 2.1. 2.1. Продолжаем разговор. Меня еще приблизительно хватит на 2 минуты 10 секунд. О, замок открылся. Какая-то читальня. А, вот и, короче, в библиотеке героев вызывать круто. Так. Карта. Вызвал. О, легендарная получается, да? Маргарет. Железная леди. Да чё сразу битва? Дайте хоть посмотреть-то на нее. Какая же она легендарная, если она фиолетовая? Железная леди, я так понимаю, это танк, да? Промоушен. Йо-о-о. А это кто такие? Откуда взялись? Подождите, стойте, дайте вы мне куда-нибудь. Да какая компания? Подожди, Main City, Book House. Summon 12 Heroes сразу. А, по 12 нельзя, ну давай 10. Топ-топ-топ-топ. Быстрый open. Не очень быстрый open у вас получился. Тоже Legacy. Остальные какие-то вообще серые. Серый. Тоже серый. Не надо мне такие. Так. Что тут еще есть? Это что такое? Награда какая-то. А это что такое? Господи. Сколько тут всего у вас обычно, как обычно. А, это первое по... А, нет, смотри, бесплатно. Это ж халява, надо брать. Так, что еще есть? Еще и вниз можно было опускаться, прикольно. Так, это мне не надо, отстаньте. Так. Тут что? 10 драушу. Не знаю. А! Quick open open. Ну что-то тоже там легендарное вылетело. И здесь что-то тоже. Ну, я так сейчас не кисло насобираю. Если это мне дается, что я не понял, что это вообще такое. Фри. И что? А, типа кого-то одного из трех выбрать нужно было, да? Или что? Я не понял. А как их заполучить? Хик вас знает, блин. Так, о, подарок для нубов. Давай заберем. Что еще? Ну, задание понятно. Так, награда. Награда. Так, что еще есть вкусного? Рюкзак. Можно что-то открыть. Ничего не понял. Какой-то рецепт, походу, вытащил. Наверное. Это предположительно. Я не до конца уверен. Опять награда. Так, а что по героям? Ох, нифига вас тут нападало, блин.
Фиолетовые какие-то. Апгрейживать его можно, да? А, уровень растет, я понял вас, сударь. Очень даже понял. Так, одежды нет. Так а где там, по-моему, уж было больше этих легенд? А где они? Что-то я не понимаю. Синие какие-то кругом. Какой я левел апнул? 12, да. Теперь 20. Ну хорошо. Приблизительно понятно, что тут делать надо. Что в галерее появилось? Тоже ничего интересного. Так, тут тоже ничего. И что? Так, ты иди отсюда. Ты на передний план. Ты на задний. Ты сюда. Ты сюда. Я ж не знаю, кто здесь лечит. Ну, ладно, давай так. Я думаю, справимся. Ничего сложного. Легкотня какая-то. О, Скайленд открылся. Какая-то башня. Челлендж. И в башне... Ты посмотри, в башне то же самое. Ура! Аллилуйя! Какое-то новшество в игре. Башня. С такими же боями, блин. Вот это да. Вот это уровень, конечно. Компания... И что, опять битва, и что? А, челлендж босс, ну ладно. Короче, знаете что? Ну, понятно, что когда руки заняты и не можешь ничем управлять, можно вот и так играть. Ну, я, если честно, так-то наигрался уже. Все, я победил. Ну, значит... Значит, на сегодня все, раз победил. Что там, призывать еще кого-то надо? Можно, а еще только двоих. Ну давай, напоследок еще двоих вытяну, каких-нибудь героев. Если получится. Не, как... подушка какая-то с глазами. И непонятно кто. Все. Короче, все, на сегодня обзор закончен. Ну и нафиг ваши такие игры, блин. Ей-богу. Это жесть какая-то. Все, 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 все. Короче, если у тебя куча уйма свободного времени, не можешь поиграть, конечно. А я, пожалуй, поищу что-нибудь другое в следующий раз поинтереснее. У меня на сегодня все. Увидимся в следующий раз. Пока.